Всем привет! Сейчас я буду варить супчик. Так я захотела супчика с килькой. Но думала, я сварю борщ. Что-то вот, ну, не хочу как с капустой, не хочу со свеклой. И решила я сварить суп с килькой и с перловкой. Варить буду в скороварке. Обжарим сначала лучок. Скороварка у меня была включена. На любой режим, у меня, по-моему, включено на суп. Обжариваю лук. С помидорки сняла кожицу. Обжаривать сильно мне не нужно. Немножко притушить. Чесночок, наверное, я тоже сразу сюда. Думала по готовности. Нет, обжарю-ка я с чесночком это дело все. Чесночок лучше, конечно, резать, чем выдавливать через чеснокодавку. Нам, говорю, зажарки сильные не нужны. И масла много не использую, потому что не хочу. Сюда же пошли помидорки с чесночком. Все это будет очень быстро, просто моментально. Супчик быстрый, крестьянско-пролетарский. Мойло? Мойло. Не знаю, что за мойло. Каких размеров должна... Ой, а это килька. Килька. А что, на таких размерах должна быть килька? Что в банке вот таких размеров килька. Наверное, это дети кильки. Не знаю, я думала, килька должна быть. А тут такие дети кильки. Короче, будем есть суп из детей кильки. Ну вот. Помидорки у нас тут. Чуточек обжарились. Перловка у меня отварная. Здесь где-то 150 грамм. Даже чуть поменьше. Я ее тоже сейчас обжарю вместе с этим со всем хозяйством. Перловку у нас в семье ем только я. Так что этот супчик, похоже, буду есть только я. Пошли дети кильки. Пошла вторая банка. Ну, такая она мизерная. Что за килька-то такая? Так, тушим, жарим. Картофан здесь, две картошечки. Пошел туда. Чуть-чуть посолим, поперчим. Заливаем водой. Здесь у нас пол-литра. Сейчас посмотрим. Ну, хватит мне пол-литра, будет густенький супчик. Закрываем крышечку. Выбираем режим суп. Время 10 минут. Пошло. Супешник наш готов. Открываем. Там горячо. Хоп. Чтоб не обжечься. Туда, конечно, еще нужно зеленушечки покрошить. Добавим мороженое зеленушечки, то бишь укропчиком. Наливаю супчик. Густенький такой получился. Я люблю со сметанкой.
На вкус, скорее всего, соль придется. Да нет, в принципе, солененько. Ну, можно чуть-чуть добавить, потому что все зависит от солености этой консервы. Чуть-чуть добавлю. Вкусно. Очень даже. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч.